Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму концентрированный компот из винограда. Такой способ заготовки позволяет сэкономить место в кладовке. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Приятного просмотра! Отделяем виноград от веточек. А затем хорошо промываем его холодной водой. Чистые ягоды раскладываем доверху по стерильным банкам. Заливаем их полностью крутым кипятком, прикрываем крышками и даем постоять 20 минут. Дальше сливаем воду из винограда в кастрюлю. При этом замеряем ее количество. Объем должен получиться кратный 1 литру. Если не хватает, доливаем обычной воды. Теперь варим сироп. На каждый литр воды добавляем 200 граммов сахара и 3 грамма лимонной кислоты. Ждем, пока жидкость закипит, а кристаллики растворятся. Затем, не снимая кастрюлю с огня, заливаем приготовленным сиропом поочередно все банки с виноградом. Сразу их закатываем и переворачиваем вверх дном. Если ничего нигде не подтекает, накрываем банки чем-то теплым и оставляем в таком состоянии до полного остывания. Вот и все. Концентрированный компот из винограда на зиму готов. Потом останется просто долить воды. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.